Члены Совета Федерации – одни из самых беззащитных людей. По статистике, представители Верхней Палаты Парламента чаще всех остальных воруют цыгане. Иногда опасность подстерегает их в самых, казалось бы, безопасных местах. Например, в хоккее в среднем каждая третья шайба, вылетающая за пределы площадки, попадает в сенатора. В данном случае в представителя Тольяттинской области Вячеслава Златогубова. Нередко сама природа расставляет ловушки сенаторам. В июне прошлого года на Дону поймали большого сома, разрезали и нашли внутри члена Совета Федерации от Череповецкого края Анатолия Микинина. Беззащитный парламентарий подошел к реке нарвать камышей для букета и потерял бдительность. В 2007 году во время экспедиции на Тяньшань альпинисты нашли гнездо гигантской птицы, где были обнаружены 7 испуганных и сголодавших сенаторов. Но зачастую причиной опасной ситуации становится банальная человеческая халатность. Ведь стоит не покрасить ноги сенатора белой краской, как тут же их начинают грызть зайцы. Зайцы любят грызть сенаторов. Кто, если не мы, защитит наших сенаторов? Давайте беречь их, давайте защищать их хотя бы от зайцев. Мы, воспитанники Сызранского детского дома, хотим поддержать нашего сенатора Митюшина Валерия Петровича. Мы всем детским домам сдали кровь и сделали из нее кровяную колбасу. Потому что понимаем, бывает ситуация, банкет идет, стол ломится, а хочется чего-нибудь домашнего.